22-летнему представителю деструктивных религиозных течений, совершивших кражу, вынесен приговор. Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции Атырау, местный житель незаконно проник в здание авторемонтного центра через пластиковое окно и похитил чемодан с манометрическим устройством для измерения горюче-смазочных материалов. Два компонента различных наборов ключей, болгарку и скрылся с места происшествия. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый является представителем деструктивных религиозных течений. Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим. В настоящее время приговором суда в отношении 22-летнего горожанина назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.